за органом школы Святого Фомы. Где-то далеко шумят дети, жена напевает свою славную песенку. Быть счастливым со своим каноном, со своей маленькой арией. О, какое это небесное удовольствие! А вы когда-нибудь играете так для себя, для удовольствия? Но я не ребенок. А я иногда могу им быть. Да, я вижу. И никто меня не рисует со свиным рылом. Людям вообще все равно, что я ем, кто я такой. Иногда им не нравится моя музыка. Но это вне всякой связи с политикой. Мировая история мной не интересуется. Равно как и я в той же малой степени всемирной истории. Мои враги — это только мои враги. Я не безумствую ни на каком ложе, никому себя не подсовываю. Вместо этого я сижу за органом Церкви Святого Фомы. Передо мной проходят сцены из моих страстей по Матфею. Я вижу путь на Голгофу. Они кричат: «Распни его!» А я там, я тоже там, на Голгофе. Среди них, и пусть даже без относительно низкого гонорара, денег это не приносит, не фенинга. Вы знаете, сколько я получил за свои страсти по Матфею? Я думаю, не узнать. Ничего!